хотів би завтра вас запросити в студію. Ви чуть-чуть опоздали, ви розумієте? Ну, дорога. Ви вже прийшли. От я навіть не знаю, що. Як ви залишились уже в кінці. Вважайте мене. Тут сиділи всі люди. А ви так хотіли, вам по второму кругу я розказувати нічого не збираюся. Але судьте за представителів Востока. Не піддавайтесь пропаганді. Вони нам нічого хорошого тут не зроблять. Кроме нас самих, надежди нет ні на кого. А хто такі вони, ви сказали? Ви говорите, они нам ничего хорошего не дадут. Кто они? Проукраинские радикалы, типа вас. Мы с вами не знакомы. Я с вами не хочу в дискуссию вступать. И идти по вашему пути для вашего там, какого-то общественного телевидения. Еще вопрос. Я считаю, что для избранника народа самое главное, это все-таки быть честным человеком. Правильно? Вы разделяете точку зрения? Я вам не предъявлю ни ответа. А? Я вам не собираюсь выдавать никакого интервью. А вы же российский представитель, да? Вот говорите, если вас не устраивают украинские взгляды, а у вас какие? Пророссийские? У меня? Да. Что такое проукраинские националисты? Я спросил, кто такие они? Вы говорите, проукраинские националисты.